Всем привет! Сегодня я играю в маньяка. Вот этот маньяк. Я видел, он нож достал. Вот, смотрите, он меня сейчас убьет. Да? Или этот? Я мог их перепутать. Во! Так, ты. Ты ман? Вон. Кстати, когда зашел, я такой смотрю, стопудово сейчас будет этот свидетель, потом мне выпадает с первого раза маньяк. Я, кстати, выиграл маньяком первый раз. И все. Так, интересно, кто нам сейчас выпадет? Надеюсь, маньяк. Да. Я очень хочу маньяка. О, я дикл. Сейчас его надо убить. На, сдохни, тварюга. Я его убил. Ой, меня не увидят. То, что здесь дигл валяется. И они его не возьмут. Нет, не берите дигл. Нет, не бери. Не бери. Блин, он взял. Прикольно, я одного пацана убил. Он меня убил. Так, давайте побырей. О, красавчик-маньяк. Блин, я хочу себе керамбит выбить. Оу. Щет. Сейчас буду маньяком, вангую. Ща. Ну, свидетель, я так и знал. Вот, смотрите, я рассказал. Вот он, маньяк. Отвечаю. Ой. Сейчас он ее убьет. Как будто они целуются. Что это за хрень? Она меня смущает. Блин, я хочу быть маньяком и затащить. Так, это надо сюда. Вот только 3 минуты. Снимаю. Ах, наконец-то я все уроки сделал. Ну, точнее, 1 из 6, но ладно, короче. Так, что там? Ой, только 4 чубрика. What the fuck, я сейчас буду маньякам отвечаю. Потому что шанс высокий. Да блин! Вот кто-то из них маньяк. Вот он. Вот этот. Либо... Блин, они запутались. Я не понял ничего. Все пана отключались. Так, давайте, убейте меня. Вот да, ты. Убейте. Сейчас у кого-то нож появится, они убьют друг друга. Мы знаем то, что кто-то из нас маньяк. Но мы не можем догадаться, кто это. Ну, точно не этот, кто-то из них. Вот он, маньяк, отвечаю. Вот смотрите, надо встать. Хотя нет, он что-то не палится. А, он думает то, что я маньяк. Значит, все, значит, он маньяк. Куда он убежал?
Все, я все понял. Вот этот ЗТЕ что-то там. Он маньяк. Так, кто? Вам конец. Вот он, вот. Вот он, да. Он маньяк. Ой, какой ПВП? У меня ни одной игрушки нет. Кто? Кто? А, они убили, короче, друг друга. Ну ладно, пофиг. Значит, это ЗТЕ был, стопудово. Такс. Кто же будет маньячком? Надеюсь, я. Так, я, наверное, свидетель. А, нет, я дикл. Убиваем кого-нибудь. Сейчас спалим их. Ой, не палимся. А то они все за мной будут бегать. Вот, смотри. Ладно, 18+. А, ну ладно, пофигаем. Вот, либо он. Либо вот этот. Так. Они увидели у меня дигл, и они должны на меня напасть. Упс. Блин, что это за снег был? Надеюсь, я его повторю. А, ну, просто тупенький. Я не умею монтировать. Кто-то из этих двух. Надо к нему встать. Или к этому, да, вот к этому. А, нет, вот этот. Стопудово отвечаю, маньяк. Потому что ЗТЕ уже был маньяком. Этот гей... Гаймед... Да, он. Вот он, маньяк. Хотя, стоп. Блин, зачем я убил чувака? Я бы мог нормально поиграть. Не, хотя, возможно, он второй раз подряд стал маньяком. Нет, вы что, дебилы? Вот убей меня. Докажу. Ну вот убей меня. Они говорят то, что они оба видели то, что я доставал нож. Ну давай проверим. Давай, стреляй. Кто-нибудь. Друзья. Вот либо он. Ну, потому что вы все видите. Вот, я же сказал. Этот. О, да, бич! Что это было? Вот так. Ну вот сейчас я должен стопудово быть маньяком, так что все. Потому что ко мне уже очередь должна уже подойти, ну хотя это рандом, так что это без очереди. Ну, короче, пофиг. Ну вот я маньяк, смотрите. Блин. Не получилось предугадать, но ладно, пофиг. Вот я маньяк, я хочу ее убить. Так, вот Дигл. Он, значит, точно не маньяк. А вот это... Кстати, она, возможно, маньяк, потому что она новенькая. Она только что пришла. Так что есть немножко подозрений на нее. Так, блин,
Там что-то пишут, ну ладно. Ладно, надо зацензурить. Надеюсь, у меня это получится. Да, я так и знал то, что она маньяк. Так где все? Ладно, я пойду на спаун синих, ой, точнее красных. А, вот девка эта. Вот я один с ней на один. Она меня сейчас может убить. Но она этого не делает. Вот, смотри, она ко мне подходит. Вот. Хотя нет, она от меня убегает. Так что это стопудово не она. Она меня уже успела убить. Вот этот ZTE. Вот он меня сейчас убьет. Я же сказал. ZTE. Кстати, почему он так часто? Он, по-моему, 3 раза подряд был маньяком. Да, кстати. Ну все, я сейчас должен быть маньяком, потому что я уже давно не был маньяком. Ну, не очень давно, но просто шанс из 5 должен мне попасться. Ну вот, как видите, он мне не попадает. Вот Дигл, значит, это не она. Вот этот чувачок. Вот он, стопудово маньяк. Ну, хотя... Это точно стопудово не ZTE. Вот, это не ZTE. Вот это вот. А, нет, блин. Так что либо он, либо вот этот чувак. Ой, блин, где он? Либо вот этот чувак. Вот он маньяк, стопудово. Он от нее уворачивается. А, стоп. Yes. Прям в хедшот. Ладно, ребят, надеюсь, вам этот видеоролик понравился, так что всем удачи и всем пока.